Привет, друзья! Прошу меня, конечно же, сначала извинить, так как идея была взята с корреспондента, и я решил это все дело переделать под видео-мини-игру. Итак, ребята, ну что ж, начинаем! Стартуем, ребята! Перед собой вы видите детали, которые движутся. Нам напоминает замечательную игру Tetris, которая была, ну, не знаю, на приставках или на чем-то еще, ребята. И сегодня мы сперва вот так вот немножко, ребят, поиграем. Чуть-чуть, до первой линии мы заполним самую нижнюю линию, и это будет конец игры нашей. Так как... Ребята, я не знаю, понравится ли вам эта идея или нет. Если да, вы пишите в комментарии, и мы как бы продолжим эту, можно так сказать, серию и начнем снимать уже большие, долгие видео. А пока что, ребята, давайте же продолжим снимать вот этот кусочек маленьких видео. Итак, что мы можем здесь увидеть? Мы играем в Tetris. Я здесь ни мышкой, ни клавиатурой ничем не двигаю. Это все просто, можно сказать так, сценировка кадров, фотографии, можно так сказать, много кадров, как бы сказать, каждую секунду появляется новый кадр, как в Тетрисе. Ритм идет под Тетрис, можно так сказать, и получается вот такая вот замечательная, ребят, после монтажа игра. Не знаю, ребят, нравится вам или нет. Ну, на данный момент мы сейчас уже, как вы видите, заканчиваем. Если вам понравилась эта идея, пишите в комментарии или на YouTube, или также ВКонтакте. И мы эту идею, ребят, воплотим в реальность. Надеюсь, ребят, вам понравилась наша идея. Ну, идея, как бы сказать, была уже в GIF-анимации в корреспонденте, но мы это все, как бы сказать, переделали под видео-мини-игру. Так что, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Заранее мне помогал Барсик Кот. Пока-пока.